Власть принадлежит мировым лидерам, но кто управляет ими? Идет постоянная манипуляция. Тайное мировое правительство. Это некая теория заговора. Как оно организует экономические кризисы и цветные революции? Вот эту верхушку могут обслуживать 500 миллионов человек. И зачем уничтожает несогласных? Документальное расследование. Самые шокирующие гипотезы. Проверено Игорем Прокопенко. Сегодня в 18:00 на РЕН-ТВ.